Ваши бурные аплодисменты, представляю вам соперников. Let me present you boxers. Fighter in the blue corner from Johannesburg, South Africa. He's 31 years old, 183 centimeters tall, and weighing in 89.95 kilograms. His professional record, 24 wins by 23 KO, 2 loss. Символ боец из Йоханнесбурга, Германия, ему 31 год. Рост 183 сантиметра, вес 89 килограммов, 950 граммов. Профессиональный рекорд 26 боев, 24 победы, 23 из них одержаны нокаутом, 2 поражения. Илунга Макабу! His opponent, fighter in the red corner from Volgodonsk, Russia. He's 33 years old, 189 centimeters tall, and weighing in 90.5 kilograms. His professional record, 23 wins by 23 KO and 2 loss. В красном углу боец из России, город Волгодонск, ему 33 года. Рост 189 сантиметров, вес 90 килограммов, 500 граммов. Профессиональный рекорд 25 боев, 23 победы, все одержаны нокаутом. 2 поражения. Дмитрий Кудряшов. Por acá. Okay, guys. I get the instruction in the dressing room. I want clean fire. Okay. Tos glow. Good luck. Ну что ж, первый раунд. Илунга Макабу против Дмитрия Кудряшова. Два нокаутера в ринге. Два парня, которые бьют очень мощно, очень жестко. И вполне вероятно, что может не пройти поединок всю дистанцию. Отлично попадает левым крюком Дмитрий. Очень мотивирован и Дмитрий, и Илунга. Еще раз скажу, Макабу это, мягко говоря, не подарок. Этот парень умеет, так скажем, лишать нуликов проспектов в графе поражений. Есть у него опыт выступлений против небитых боксеров, причем успешный. Ну и Дмитрий Кудряшов. Настоящий нокаутер. И, наверное, со времен Дурадолы у него первый серьезный соперник. Так, через туловище начинает боксировать Юарец. У Макабу два поражения. В самом начале карьеры он потерпел первое. И еще одно поражение у него от Тони Беллио. Да, на одном из его выездных поединков, когда он ездил в Великобританию. Ну а сейчас Макабу на хорошей победной серии. С апреля 2017 года он не проигрывает. Опасно сейчас пробивает в разрез Макабу. Провел 5 поединков за это время. И так же, как и у Дмитрия Кудряшова, у Илунги Макабу это первый бой в этом году. Вот сейчас хорошая двойка от Макабу. Руки у Кудряшова подлиннее, точнее размах рук подлиннее. И в принципе хотелось бы посмотреть на работу Кудряшова с дистанции, с дальней. Да, Дмитрий повыше ростом. Но пока взял Кудряшов паузу, мы видим, и побыстрее Илунга Макабу в первом раунде. Он бьет быстро, при этом жестко, но вот отвечает Кудряшов ударом справа. Макабу целит в корпус. Так немножко тянется за ударом, и здесь можно попытаться его подловить навстречу апперкотом.
Вот сейчас попытался ударить в разрез навстречу Дмитрий. Мы видим, такая позиционная такая идет у нас борьба. Никто не отдает пространство. Пытаются находиться максимально близко друг к другу. Но прекрасно оба понимают, прекрасно знают ударную мощь друг друга. И очень внимательны. Но вот пропускает левый боковой сейчас Кудряшов. Причем до этого предварительно несколько раз Макаба ударил в туловище с дальней руки. А вот отвечает по корпусу Кудряшов. Переводит на голову. Ой, хорошо сейчас было. И горячо в конце первого раунда уже в ринге. Макабу реваншист настоящий. Макабу взял паузу Кудряшов и успел там под гонг несколько ударов донести Макабу. Ждем второй раунд. Второй раунд у нас. Вот, возможно, услышал Григория Дрозда. Дмитрий Кудряшов начал работать с джеба. Да, находится здесь Григорий около ринга и активно болеет, конечно же, подсказывает Дмитрий. Он... Ну, сегодня вообще много известных людей. Про Роя Джонса-младшего я, по-моему, уже упоминал. Он, в общем-то, почетный гость форума. Также у нас и Сергей Ковалев присутствует, рингсайд. Да, Екатеринбург на 4 дня стал столицей, мировой столицей бокса. В перерыве рефери подходил уже к углу Макабо и делал замечание, чтобы он работал немножко выше дальней рукой. И снова он ему на это показывает. Да, пока второй раунд достаточно осторожно начинается. Но мы уже говорили о ударной мощи и Макабо, и Кудряшова. Прекрасно они знают эти свойства друг друга. Поэтому здесь рисковать пока не собирается никто. Хорошо, навстречу жестко Макабу попадает. Вроде бы поджал его Кудряшов, но нужны действия, нужны активные действия. Их нет. Оба делают ставку на такой пока одиночный удар, пытаются немножко выдернуть друг друга. Хорошо попадает Дмитрий. Была перчатка на месте у Илунга, но несмотря на это... Двумя джебами отвечает здесь. Макабу. Макабу пока больше ударов выбрасывает. Рефери снова делает устное замечание, работает выше, говорит он. Лично в туловище попадает Дмитрий. Кудряшов является, занимает третью строчку в российском рейтинге. Хорошо попадает Дмитрий. Хорошо Кудряшова. Потрясен Макабу. Но опасен, по-прежнему опасен. Ну вот, жара, жара, жара в ринге. Снова пропустил Макабу. Такой размен, мы по звуку слышим, что удары мощные. Очень тяжелые. С обоих сторон. Оба боксера умеют бить тяжело. Вот взял паузу Кудряшов и, смотрите, возвращает Макабу. Районная пропускание удара. Это нокдаун, тяжелый нокдаун. В свою очередь Дмитрий тоже попал сам. Эй! Да. 30 секунд до конца второго раунда. Полетит ли Макабу на добивание? Вот в чем вопрос. И сможет ли отвисеться в клинче Кудряшов? Если будет клинчевать. Макабу в режиме убийцы. Макабу сам пропустил два удара. Вот это бой! Ох! Подгон! Будут ли считать нокдаун Кудряшову? Да, и сейчас очень важен вопрос, кто как сможет восстановиться за перерыв. Вот это жара, друзья, огненный, вот это жара. Огненный второй раунд. Это бокс нужен, не дерись, ты дерешься. Пропускаешь, не нужно в размене, не нужно, вязать здесь нужно. Твоя дистанция, соберись, дыши. Like a light switch, flirting back. There's nothing wrong with the world.
третий раунд. У нас очень яркий второй раунд получился. Смотрите, полетел вперед Макабу. На обострение, да, конечно. Он понимает, это шанс. Но вот здесь Дмитрию нужно очень внимательно защищаться. Он взял небольшую паузу. Не стоять у канатов, мне кажется, нужно Кудряшову. Может быть, даже поклинчевать, где-то обязательно отвечать. Завис немножечко Дмитрий Кудряшов, но вот сейчас отвечает сам. Шикарный третий раунд, друзья. Очень потрясающе. Драматичный. И всего 30 секунд у нас прошло в третьем раунде. А как включились боксеры? В конце второго раунда побывал в нокдауне Дмитрий Кудряшов. Но и Макабу тоже пришлось здесь сладко. Выдержал Дмитрий вот эту вот первую атаку в третьем раунде своего соперника. Остается пока спиной к канатам он. Подсказывают активно Дмитрию из угла, чтобы он не застаивался и пытался сместиться. Уходил из угла, сам попадает крюком справа. Макабу продолжает давить, пытается постоянно оказывать давление. Возможно, ждет Дима момента, когда подвымыхается Макабу. Да, и видно, что перехватит. Начинает промахиваться боксер из ЮАР. Но не затягивает ли Дмитрий с вот этим перехватом? Идет очень-очень-очень такой опасный размен у нас. Но я считаю, по зрелищности, конечно же, этот поединок достоин главного события вечера, безусловно. Снова продолжается давление от Макабу, мы видим, нельзя столько принимать на себя. Да, Дима принимает очень много на голову. Чистых причем ударов, жестких. Чувствуется, что немножко так подвымахался и Лунгу. Но вот сейчас нужно Кудряшову этим пользоваться, если остались силы. Хороший апперкот от Кудряшова. Дал несколько раз промахнуться Дмитрий своему сопернику. Сам отвечает крюком. Зал активно поддерживает Дмитрия. Ох, сейчас какие удары в разрез. Лунга. Макабу попадает. Меньше минуты до конца у нас третьего раунда. Слишком много Дмитрий принимает на себя, нельзя. Расстреливает Макаба, буквально расстреливает Кудряшова. Где защита у Дмитрия? Защиты нет. Хотя бы поклинчевать. Вот, нужно Кудряшову. Активно подсказывают Дмитрию из угла, чтобы он вязал, просто так не застаивался. Снова пропускает очень тяжелый джеб Дмитрий Кудряшов. И боковой. Макабу просто хозяйничает сейчас в ринге. Очень тяжелое положение Кудряшов. Больше попадает, конечно же, Макабу. Мы видим, что очень много ударов принимает на себя Дмитрий. Ох. Причем без ответа сам попадает. Гонг. Вот это раунд. Шикарный раунд, очень зрелищный, очень драматичный. И ничего пока еще не ясно в этом поединке. Ждем четвертую трехминутку. Друзья, у нас четвертый раунд, вы все видели сами в третьем раунде. Просто очень-очень зрелищные размены. Напропускал Дмитрий Кудряшов, мягко огромное, говоря, да, количество ударов. Изрядно. Дима скандирует, конечно же, зал, поддерживает российского бойца. Но Диме нужно просыпаться и не принимать столько на голову. Очень много в предыдущем раунде напропускал Дмитрий. И не будем забывать, что побывал Кудряшов в нокдауне. Да, это было в первом раунде. Действительно, очень много ударов принял Дмитрий на себя. Но и Макабу, мы видим, немножко снизил темп. Не летит так он вперед откровенно уж, как было это в начале третьего раунда. Пытается немножко выцеливать. Формула поединка 12 раундов на кону пояс WBC Silver, которым в свое время владели и Лунга Макабу, и Дмитрий Кудряшов. Пошел с джебом Макабу, хороший апперкот. Отличное попадание от Дмитрия. Отвечает Дмитрий. Тут же попадает еще и справа. Пойдет ли на обострение? Отвечает Макабу. Опасно огрызнулся Макабу. Да. Не подарок, мягко говоря. Ни для кого, но очень зрелищный бой мы смотрим. Очень зрелищный.
прекрасно опять через защиту пробивает здесь Макабу. Опять завис Дмитрий Кудряшов. Опять завис и пропускает удары. Очень сильное кровотечение мы видим из носа у Дмитрия. Макабу просто на выбор. Бьет на выбор. Кудряшов практически не работает на ногах. Мы видим. Будет приглашен доктор. Да, там кровотечение из носа у Дмитрия Кудряшова. Нормально. Вот разрешили по совету врача продолжить Дмитрию Кудряшову поединок. Опять взял Дмитрий паузу, но ему нужно возвращать все пропущенное. Потому что с учетом нокдауна Макабута смотрится пока получше все же. Ну и Лунга подвымахался, мы видим. Да, и тоже стал взял брать паузу. Паузы. Он понял, что так просто уже не войти. И будет, я думаю, готовить сейчас свою атаку. Показывает такую стойкость, конечно же, Дмитрий. Но и на дистанции Макабу тоже, смотрите, неплохо смотрится. Но хорошая сейчас подловил его Кудряшов. От Дмитрия, да. Но еще бы добавить. Друзья, это первый тяжелый вес, это настоящие нокаутеры. Здесь такие снаряды свистят. Снова размен у нас в центре ринга. Подзаметился, чувствуется, конечно же, и Лунга Макабу. Хотя пытается забрать концовку. Ждем пятый раунд. Макабу клейм. Пятый раунд. В перерыве рефери подходил в угол Дмитрия Кудряшова. Спрашивал о его здоровье и очень сказал, что будет внимательно следить за кровотечением из носа. Опять перестрелка с дистанции. Но здесь попадает Кудряшов. Но вот не хватило ему апперкота справа. Там ушел немножко вниз головой Макабу. Тренерский штаб Дмитрия Кудряшова просил от него заканчивать все атаки справа левым крюком. Нам нужен левый крюк, сейчас говорили в углу. Вот он как раз и просвистел левый Отличное крюк. Отличное попадание справа здесь. Но рука была и на еще месте. Один. Еще один левый. Попадание. Шанс для Кудряшова. Макабу отвечает. Макабу, да. Очень опасен. Пропустить навстречу здесь как... Добрым утром, друзья. Не выглядит так потрясенным Макабу. Да, удары Дмитрия Кудряшова достигли цели, но выдержал их Макабу. Отличный удар в туловище от Дмитрия. И апперкот напрашивается, но его нет. Нельзя только принимать на себя безответных ударов. Ну, защищается лицом просто Дмитрий Кудряшов, но это уже совсем. Надо быть похитрее все-таки. Устал, мы видим, и боец из Южной Африки. Отметим, что Дмитрий Кудряшов ни разу не боксировал полностью дистанцию в 12 раундов. Вообще все поединки с его участием заканчивались досрочно. У Макабу такой опыт был, но давно. На ближней дистанции снова размениваются бойцы ударами. Пропустил сейчас Дмитрий с дальней руки от Макабу. Еще пропускает он удар. По корпусу попадает конголезец. Опять встал у канатов Кудряшов. И тут же включился тут же Макабу. И Лунга пытается не выпустить отсюда Дмитрия. Он понимает, что нужно тут додавливать. Но Дмитрий держит все удары. Попадает сам.
Валидольный бой просто для поклонников творчества Дмитрия Кудряшова. Все лицо так залило кровью у Дмитрия. Снова пропускает он два удара. По количеству выброшенных однозначно впереди Лунга Макабу. Снова попадает несколькими ударами. Рефери внимательно, внимательно следит. Ох, какой еще удар одно. Слева пропускает Кудряшов. И все. Я так понимаю, бой остановлен. И Лунга Макабу побеждает. Вот так вот, друзья. Как я и предсказывал, собственно, до шестого раунда у нас все закончилось. Но победителем оказался Лунга. Зашел, когда пропустил, и все полетело в тарары. Когда начал вообще охуительно. А вот когда начал с ним рубиться, на его попал ему, и я решил. Ladies and gentlemen, referee Hector Afu, stop the contest, 2 minutes, 36 seconds, round 5, and the winner by TKO, and new WBC Silver Champion, Lunga Макабу. Ну что ж, вот он, победитель, Лунга Макабу завоевывает пояс WBC Silver. Дорогие друзья, мне кажется, такой бой, который мы видели, заслуживает не просто аплодисментов, а оваций. Бойцы сражались.